Над косточкой сидит бульдог, привязанный к столбу. Подходит таксик, маленький, с морщинками на лбу. «Послушайте, бульдог, бульдог», — сказал незваный гость. «Позвольте мне, бульдог, бульдог, докушать эту кость». Рычит бульдог на таксика. «Не дам вам ничего». Бежит бульдог за таксиком, а таксик от него, бегут они вокруг столба, как лев бульдог рычит, и цепь стучит вокруг столба. Вокруг столба стучит. Теперь бульдогу косточку не взять уже никак. А таксик, взявши косточку, сказал бульдогу так: «Пора мне на свидание, уж 8 без 5, как поздно. До свидания, шлите на цепи».